dvhub.ru. В региональное отделение поступило к нам несколько обращений. Первое обращение — это владельцы гектара, и второе обращение — это по несанкционированной свалке на территории недалеко от этого завода. Ну и сегодня мы были свидетелями, увидели эту несанкционированную свалку. Хочу отметить, что с нами присутствовал сотрудник Министерства чрезвычайных ситуаций, зафиксировал вместе с нами данную свалку. Свалка действительно большая, и видно, что она несанкционирована, в зеленой зоне, прямо вблизи поселка Хор расположена эта свалка. Приехали мы на свалку, заехали через Хор-сервис на бывший биохимический завод. Обнаружили километровую свалку. Свалка очень большая, как мы видим. Неоднократные заявления у нас были в полицию, в администрацию. Все бездействуют. Вызвали Народный фронт. Также очистные, все попилено, очистные, там все моторы сняты, все отходы вытекают в поля, подъезжает Шамбо, выливается в ливневые канавы, из канав все вытекает в Лебединое озеро, то есть все вывезено, все продано, ничего нет, ничего не работает, все выливается в поля в данный момент. dvhub.ru